Всем добрый день. Сегодня расскажу про Максима очень достаточно коротенько и быстренько, по той причине, что Максима вчера забрала Наталья, она повезет его на МРТ. Мы знаем ранее, что у нас была проблема по поводу нового образования, которое мы подозревали. Нашли мы это образование, это оказалось посттравматическая гематома с вовлечением почки, которую пришлось одну удалить, потому что она оказалась мертвая, поврежденный мочеточник, поврежденные семенники, огромная обширная гематома, все это было удалено, потом курс реабилитации после данной операции. Сейчас мы начали заниматься уже позвоночником. Как бы весь смысл заключается в том, что опороспособность у парня-то есть. Но при этом, при всем, мы имеем определенный болевой синдром, нейропраксию на левую тазовую конечность, это замедленную реакцию, то есть частичное какое-то поражение, видимо, нерва имеется у нас. И на рентгенографии очень четко видно перелом позвонка, и идет небольшая деформация спины. И ему это явно мешает и болит. Нам нужно сделать обязательно МРТ, чтобы понять, спинномозговой канал, насколько сильно вовлечен в этот процесс, и не вовлечены ли прилежащие корешки. Если у нас вовлечен только спинномозговой канал, нам достаточно будет его расчистить, стабилизировать позвонок за счет транспатикулярной конструкции, чтобы выправить позвоночник, и все. Если вопрос будет связан с корешками, которые отходят от спинного мозга, здесь будет наиболее сложнее с этим разбираться, но здесь немножко совсем другой порядок. Вот и поэтому нам требуется на данный момент МРТ, и Наталья полетела достаточно экстренно в Москву. Так что как бы вот так. Дальше у нас после результатов МРТ мы заканчиваем трансперикулярную конструкцию, готовим операцию, ждем, когда она придет, и оперируем Максима. В принципе, дальнейшая история с ним будет связана только с реабилитацией и дальнейшим пристройством домой. Это нужно сделать намного сейчас быстрее, потому что мы восстановились, и чтобы парень растет, и нужно вовремя поймать его спину в определенный момент роста. На этом все. Спасибо большое за внимание. Здоровья вам и вашим питомцам. Доброго всем времени суток, моя большая дружная семья. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. И сегодня у нас ролик о Максиме и о том, что Максиму экстренно надо делать МРТ и стабилизировать позвоночник, операцию на позвоночнике. Малыш уже за свой столь короткий срок пережил очень много, и поэтому он сидит и ждет нашей помощи. Мы очень долго ждали гистологию, слава богу, она пришла отрицательная. Теперь нам нужна ваша помощь. Нам надо сделать МРТ, это 17 тысяч с дорогой, и собрать 55 тысяч на операцию Максиму. У нас долги в клинике с 4 числа, неоплаченные животные. Вчера я забрала Максима и Милку. Милка поедет у нас на передержку, на платную в Натали. И сейчас на стационаре остается Белка с химиотерапией. У нее очень много химиотерапии, она там надолго. У нас остается Сандра, Гриша, который ходит. И теперь наш Коржик. Коржика прооперировали. Все новости будут в дальнейших роликах. Спасибо вам огромное, все, кто откликнулся. Моя такая большая дружная семья. У меня долги. Для меня сейчас наступило самое страшное время. С мая месяца я заметила, что уменьшилась активность подписчиков. Я понимаю, что у всех свои проблемы, свои дачи. Я ни в коем случае вас не обвиняю. Но я прошу нас не бросать. Если мы уже начали этот путь спасения этих милых, уже всеми полюбившихся пушистиков, я очень прошу вас, не бросайте нас. Мне сложно, мне действительно сложно. Я боюсь слова «долги», я боюсь слова «кредиты». Я уже брала кредиты своим собакам, гасила их. И для меня сейчас это все очень-очень болезненно. Я физически и морально немножечко выдохлась, честно. Но только благодаря вашим комментариям я читаю их. Простите, что не успеваю отвечать всем. Я нахожу в себе силы и двигаюсь дальше. Вы стали мне уже родными, близкими, по духу людьми. У нас 5000 человек подписано на канале. Если бы вы каждый послали свои 100 рублей, я бы не переживала и не обращалась к вам так часто с просьбой помочь нам.
Моя такая большая дружная семья. Я очень прошу вас, каждого, кто увидит этот ролик, спасти нам до конца Максима. Сделать его жизнь полноценной. Не бросайте нас. Иначе я не знаю, я просто, наверное, прекращу все спасения. И мне очень тяжело. Мне действительно тяжело. У меня не находится даже слов. Я сейчас проживаю очень тяжелое действительно время. Понимаю, что у меня еще приют и 87 собак, которые хотят кушать каждый день. Поэтому моя большая дружная семья. Не останьтесь безучастными. Помогите. Помогите нам с клиникой и с Максимом. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Творить добро» Наталья. И как всегда прошу вас, переходите по ссылке в Инстаграм, комментируйте ролики и будьте с нами. Всем добра. Всех люблю и ценю.